концерт, посвященный завершению мастер-класса фестиваля «Мастера музыки». Дорогие друзья, признаемся себе, что у каждого из нас есть свои маленькие недостатки, которые мы старательно прячем как можно глубже. Но иногда, в самый неподходящий момент, они предательски напоминают о себе. Поэтому убедительная просьба отключить ваш мобильный телефон. Спасибо. Сегодня состоится концерт ансамбля «Отто Челли» в составе Искандер Хананов, Аким Горкин, Денис Сапушев, Дмитрий Сапушев, Мина Закич, Анна Складанная, Георгий Гусь. Все они играют на виолончели. В концерте принимает участие Наталья Павлова, вокал. Концерт проходит при поддержке Джованни Соллива. Итак, Джованни Соллива, виолонцель вибре, солисты Джованни Соллива, Георгий Гусь. Thank you.
Антонио Вивальди. Концерт для двух виолончелей соль минор. Солистки Денис и Дмитрий Сабушевы.
Вилла Лобос. Бразильская бахиана номер 5. Солистка Наталья Павлова.
Джон Доуэн. Лакрима Антик. Thank you.